Здравствуйте. Вот в школе химии проходили наверняка, да? И там нам всем объясняли о том, что вот все богатство химических элементов, всем богатством химических элементов мы обязаны тому, что и существует такое удивительное свойство в квантовом мире, в мире электронов, о том, что два электрона, они имеют ведь спин 1/2, вообще любые две частицы со спином 1/2 не могут находиться строго в одном и том же энергетическом состоянии. Ну, не могут. Они должны быть в состоянии чем-то отличаться. Вот у электронов таких вот два, они отличаются проекцией спина, называется. Вот два на одном энергетическом уровне, только два электрона и все. А есть частицы, у которых спина нет, или спин не полуцелый, не половина, а целый спин. Это другое дело. Вот они подчиняются совсем другой статистике. Вот та статистика называется статистика Ферми, фермионы электронов называют. Это называется бозоны. Статистика Бозе-Эйнштейна. И вот эта вот статистика Бозе-Эйнштейна должна проявляться совсем необыкновенным способом, необыкновенным образом, если речь идет с большим ансамблем вот таких вот Бозе-частиц. Дело в том, что они все могут перейти в одно состояние, в самое нижнее состояние, и переходят. Вот электроны не могут, а эти могут. И получается с ними удивительное явление. Вот смотрите, о чем я вам сейчас расскажу. Есть такое явление сверхтекучесть, знаете, да? Вот сверхтекучие атомы гелия имеют, значит, спин не полуцелый, не половинный, целый спин, и могут перейти в самое низкое свое энергетическое состояние. Вот стало так холодно-холодно, они так медленно-медленно движутся, что, а ведь квантовый мир, они энергию получают порциями, меньше какой-то порции энергии, он уже не возбуждается. То есть, получается, без трения могут они двигаться. Называется сверхтекучесть явления, представляете? Вот то же самое сверхтекучести мы обязаны и сверхпроводимостью, так называемой. Оказывается, при низких температурах электроны объединяются в пары, и получается такая вот квазичастица. Электрон-электронная пара, да? Заряд у нее 2 единицы, но зато суммарный спин 0. Они так вот с голова хвостик у спин сложили, да? Это называется куперовская пара. И вот они обнаруживают такую сверхтекучесть. И вот опыты с жидким гелием сверхтекучим, они очень впечатляют. Дело в том, что, ну вы знаете, что жидкость стремится занять самое нижнее положение энергетичное, да, энергетическое. Вот в стакане она будет на дне, правда? А вот если бы вот стакан стоит на столе, да, а вот рядом со стаканом ведь стол, да, он ниже, чем дно стакана, да? Вот, в принципе говоря, тут ведь энергетически еще более выгодное состояние, но вода же не полезет на стенку. А вот сверхтекучая жидкость, она вот так вот по стенке поднимется и сползет и выползет из стакана, как живая, правда? Вот так она себя чудной, необыкновенно ведет. Проявление квантовых свойств это называется. Квантовые свойства сверхтекучей жидкости так проявляется. Совсем недавно обнаружили одно такое явление. Объяснили его самым удивительным образом сверхтекучестью твердого тела. Сейчас объясню, о чем идет речь. Дело в том, что жидкий гелий, вообще-то говоря, при нормальном давлении твердым не станет, никогда не замерзнет. Это вот единственное вещество, которому для того, чтобы превратиться в твердое, так сказать, состояние перейти, нужна не только низкая температура, но и высокое давление. Вот при высоком давлении гелий станет кристаллическим материалом. И вот в нем, в кристаллическом гелии, обнаружили эффект, подобный сверхтекучести. Смотрите, о чем идет речь. Вот представьте себе диск из твердого гелия, и вы его вращаете. Что будет, если в этом гелии вдруг появится канал, заполненный сверхтекучей жидкостью? Она же не будет увлекаться, правда? То есть уменьшится сопротивление вот этому вращению, как это называется, уменьшится момент инерции тела. И вот этот вот эффект как раз был обнаружен и принят был за то, что часть вот этого твердого материала обладает сверхтекучими свойствами. В это никто не может поверить до сих пор. Всего доброго, вам удачи, всех благ.